Здравствуйте, коллеги! Сейчас я вам покажу, как изготавливать вручную капельник. Для этого мы используем два зажима справа и зажим второй слева. Также мы будем использовать янка деревянная с пяткой. Пятка, это имеется в виду, здесь полиуретановая такая подошва. Янка с подошвой, так сказать. Ствольный косяк. Будем использовать подрезные ножницы. Подрезные ножницы, то есть лезвия, имеют насечку. Будем делать капельник с усиком. Устанавливаем картину. Вернее, штрипс. Штрипс у нас сделан из листовой стали 0,35, оцинковка. Метр на 2. Штрипс сделан 20 сантиметров. Ширина 20 сантиметров. Откладываем. Сначала 10 миллиметров справа. Делаем маяковую кромку, отгибаем, нажимаем ствольным зажимом, подтягиваем, если необходимо. Делаем вторую кромку. Здесь усик. Ширина 8 миллиметров. Вот здесь. И зажимаем ствольным зажимом левой стороны. Снимаем кромку 10 миллиметров. Используем для этой киянку деревянную, ствольный косяк. Сначала делаем с правой стороны маяковую кромку, потом с левой. Сливаем кромку, нажимаем косяк. Планомерными ударами держим косяк ни вправо, ни влево, а строго по линии гиба, которую мы формируем. После этого освобождаем зажим справа, освобождаем зажим справа. И переворачиваем картину. Строенный лист, у которого отогнуты кромки, называется картина. Нажимаем справа. Отрегулируем зажим. У нас здесь доска попала. Сейчас отбиваем кромку. 10 миллиметров заваливаем ее. Придерживаем косяком. Завариваем кромку полностью.
Теперь мы ее отлектовываем. Вставляем кромку еще раз 10 мм, ту, которую мы отогнули еще раз 10 мм. Снимаем, сразу ложим. То же самое делаем слева. Вот, собственно говоря, у нас формируем капельник. Сгибаем. Делаем маяковую справа. Делаем маяковую слева. Теперь начинаем. Ямку держим строго по линии. Ни влево, ни вправо. Нам важна здесь площадь. Удары не сильные. За один удар все равно кромку не отогнулся. Вот один-два раза проходим. Сгибаем капельник. Освобождаем зажим. Освобождаем зажим слева. И теперь переворачиваем картину, чтобы у нас кромка была сверху. У нас на киянке отмерено 30 мм 10 и 50. Оставляем по киянке кромку 50 мм. Вот таким образом. Вставляем зажим вправо. Вставляем такой же размер 50 мм слева. По киянке. Размер у нас сделан. Теперь отбиваем кромку при помощи косяка. Можно без косяка пройти линию таким вот образом. Рукой прижимаем. Так удобнее. Мы пробиваем тогда линию гиба. Удары не сильные. Ну, теперь при помощи косяка и киянки теперь отгибаем кромку 50 мм. Для того, чтобы у нас был отгиб более такой четкий, пробиваем в этих местах. Дополнительно еще рисуем. Таким образом мы сформировали капельник. Теперь мы его одеваем. Выворачиваем картину. И в другую сторону. Начинаем одевать руками уже. Железо позволяет. Железо у нас оцинковка 0,35. Железо мягкое, легко поддается. И сгибаем кромку по линии гиба 50 мм. Как можно ближе ее также сгибаем. Сгибаем эту еще кромку 50. Ну и теперь сам капельник у нас получился нечетко 90. Сейчас его
ямкой. Отбиваем четко 90 градусов. Рухтуем. Таким образом ручную мы отогнули капельник, который еще имеет на конце усик. Вот таким образом формировали капельник. Готов штановки.